Юрий Розум – фигура действительно знаковая в музыкальном мире. Попасть на его мастер-классы мечтают многие. Но в этот раз такая уникальная возможность появилась у учеников Школы искусств «Классика». У нас есть талантливые дети, у нас есть такие ребята, которых мы готовим именно к дальнейшей профессиональной ориентации. То есть это те дети, которые сейчас уже занимаются на предпрофессиональном обучении. Вы знаете, что сейчас некоторые новшества в нашей системе произошли. Лучшие воспитанники школы исполняли свои произведения. Критика из уст профессора – лучшая похвала для юных музыкантов. Ну, это важно, потому что дает ценные советы, информацию, как там играть, чтобы получалось вот получше. Ну, я думаю, что это очень важно. В программу фестиваля входит проведение мастер-классов от лучших преподавателей Гнесинки, академический вокал, гитара и, конечно, фортепиано. Также в этот день прошел круглый стол на тему, связанную с духовно-нравственным и патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Фонд был создан 10 лет назад, в этом году юбилей, с целью всячески поддерживать культуру нашей страны. То есть это и концертная деятельность благотворительная, это поддержка наших юных дарований, то есть будущее нашей культуры, это поддержка музыкальных школ и школ искусств, это организация фестивалей, таких, в которых звезды, а у нас есть даже так называется фестиваль, звездный фестиваль, где звезды выезжают из крупных центров и выступают вживую перед жителями маленьких городков или поселков. Вот. Создались мы в 2005 году, начали с небольшого, сначала 10 стипендиатов, на следующий год 20-40. И так вот доросли примерно до числа 70-80 ребят ежегодно, которых мы поддерживаем и ежемесячными стипендиями, причем достаточно крупными для России, до 5000 рублей ребята получают, несмотря ни на какие кризисы. Мы поддерживаем их творчески, помогаем им принять участие в мастер-классах каких-нибудь международных или российских, в участии в конкурсах. Завершился фестиваль гала-концертом. На сцену вышли не только ученики школы искусств, но и стипендиаты фонда Юрия Розума. Не исключено, что в скором времени и одинцовские дети получат поддержку известного музыканта. Мария Шматкова, Евгений Муравлев, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».